Возвращаюсь с прогулки. Москва, вечер. Точнее, с пробежки. В общем, я вчера, когда бегал утром, попытался настроить свои часы Garmin. Так, постараемся перебежать дорогу. Вот, настрою свои часы Garmin на тренировке. Ну, так, чтобы они включались. Так, чтобы они включались, короче, через минуту после начала занятия. Они автоматически определяют, ходьба это, либо бег. Вот, и вчера я вечером ходил. Ходил с одного бизнес-центра в другой. Блин, ну, вот так вот я нарушаю правила, дорогу перехожу через трамвайные пути. Сейчас покажу, какие трамвайчики ездят. Вот, ну и в общем, я вчера настроил эту тренировочку. Ну, для того, чтобы, когда бежишь, я попробовал Garmin включить занятия, и они у меня не нашли GPS-спутники. В общем, в центре Москвы это совсем не работает. И даже здесь, вот в районе МЦК, это тоже не работает. Вот, ну, какая разница, когда начинается вот занятие, когда начинаешь идти, через минуту часы сами определяют. И как бы, не знаю, чем они, может, через синхронизацию телефона. Ну, наверное, так, через приложение. В общем, они записывают занятия. Это для чего? Я вроде когда веду подготовку к марафону, ну, как бы очень хорошо, когда в приложении все это записано, и потом архив можно будет поднять, ну, и посмотреть, с какой-то скоростью бегал дистанцию, например, 5 лет назад, 3 года назад. Вообще, есть прогресс или нету прогресса. Гармины в этом очень хорошо помогают. Особенно когда я приобрел к экосистеме весы Tanita BC1000, они коннектятся с приложением Garmin через протокол ANT. Вот, и я приобрел старые часики на Авито, 315, по-моему, XT315. Точно не могу сейчас сказать, ошибаюсь, могу. Вот, ну, я их очень дешево взял. Но они мне нужны были только для взвешивания. Так вот, на этих часах очень хорошо экран делится на 4 части. И я их покупал у одного бегуна со Смоленской области. Вот, и он мне рассказывал, что когда бежишь, там записывается очень хорошо показания, с какой ты бежишь, какой километр. Ну, то есть, твое ускорение, подъемы. И все вот это учитывается, и ты можешь экономить свои силы. Например, ты, ну вот я сегодня побежал, первые километра два у меня шли они вообще под горку. Ну, то есть я бежал легкой трусой. Конечно, такой маршрут, бежать в обратную, очень тяжело будет последние километры на подъем. Ну, наверное, потом на будущее я сейчас пробежу еще. Я посчитал сегодня, это 7 километров, это мало. Вот, семерка для меня мало, надо будет побежать куда-то в сторону проспекта Андропова, по нему выбежать на набережную и вернуться к метро Нагатинской. Вот этот маршрут должен выйти где-то в районе 10-13 километров, ну, приблизительно, опять же, надо считать. Вот, утренние пробежки я, наверное, буду убирать, потому что подъем в 5 утра, я не высыпаюсь. А вечернее, вот именно время 9 вечера, 8 вечера. Вообще изумительно. Ну, жарко, конечно, уже стало, но бежать очень хорошо. Найти бы еще парк в этом районе большой. Я посмотрел там заповедник Коломенское. Попробовать сбегать в Коломенское. Ну, не знаю, там, по-моему, платный вход. Ну, посмотрим, короче. Хотя по Москве, наверное, уже не осталось таких парков, где я не бегал. Ну, если у меня в месяц, по некоторым месяцам, в прошлом году выходило по 140 километров пробежек. Причем это так через день с интервалом. Ну, то есть, когда занимаешься регулярно,
километры наматываются. У меня уже даже мысль появилась приобрести камеру какую-нибудь GoPro. Ну, потому что сейчас GPS не работает толком. Вот, и бегать с камерой. И бегать, например, так. Побежал по набережной, добежал там до Павелецкого вокзала или куда-то. Там сел на метро, назад вернулся. Либо на самокатах. Сейчас же самокаты везде по набережной стоят. Вот, на следующий день приехал на эту же станцию Павелецкую, например, и побежал дальше. Добежал там до Тульской. Или, я не знаю, куда-нибудь дальше по набережной. Назад вернулся на метро, либо на самокате. Ну, в общем, этот вариант надо продумать, просмотреть. И пробежать хотя бы всю набережную полностью. Сколько на это уйдет времени, если там маршруты. Потому что, например, с Люблино-Печатники я бегал в сторону Курьянова. Там по набережной не побежишь. Там лес, там реальный лес. Причем такой нетронутый, заваленный. Даже белые грибы я находил. Так что вот так вот. Москва — город контрастный. Даже на Кутузовском мы строили мост. И там вот так интересно стоят огромные 40-этажные такие высотки. Отходишь буквально метров 500, и ты оказываешься в непроходимом лесу, где растет малина, ежевика. У меня охранники компот с малины варили. Короче, все лето. Вот такие вот контрасты встречаются. Поэтому вообще мне нравится Москва за счет того, что здесь очень много насаждений. Здесь много деревьев, много парков. И воздух, я скажу так, он гораздо чище, чем в нашем любимом родном городе Россош, который все засрал химзаводом. Ну, во всяком случае, в Москве я себя чувствую гораздо лучше. Ну, наверное, все-таки климатическая зона больше подходит. Мои же предки все-таки архангельские, северные люди. И поэтому южные края не сильно подходят для проживания. Особенно, когда летом у нас жара в тени 50. Ну, очень трудно переносится. А, так вот, что по вчерашнему GPS-у. Прогулка, вот шел я вот этим же маршрутом. Вот как сейчас иду. Вот в этом бизнес-центре Полино мы тоже охраняем объект. Вот. Ну, я шел, сколько тут, от метро Нагатинской, Каширский двор миновал и до Коломенского проезда. Тут что-то в районе 4 километров. Так, по прямой. Ну, может быть, 5. Вот, часы у меня включили занятия. И потом пишет на телефоне приложение: занятие готово для просмотра. Я включаю, короче, за посмотреть это же занятие. Там написало что-то 3 километра 760 метров. Время указало 42 минуты. Я шел. Но по маршруту я ебанул куда-то в район Электростали, что ли. Ну, короче, там где-то за Москву. Далеко-далеко. GPS не работают. Поэтому и хочется приобрести камеру GoPro, которая вроде бы, как мне там люди посоветовали, может писать вот эту биометрию GPS. То есть вот эти скорость, подъем, навигатор и тому подобные данные может выводить на экран видео. Не знаю, получится, нет. Попробую эту камеру взять на прокат для начала. Побегать с ней на прокат, ну, потренироваться, а потом дальше видно будет. Если честно, вот на октябрь месяц там я записался на большой московский марафон по Садовому кольцу, вроде бы он идет. Так вот, мне даже интересно, а как же GPS на это время отключат, или как вообще будет считаться вот эта дистанция? А может быть, она, да, уже промеренная. Но опять же, сложно будет бежать без компьютеров. Мы попривыкали, что на руках все эти часы, компьютеры, которые пульсометры, они же показывают и пульс, и скорость, и дистанцию. И когда ты бежишь по компьютеру, это одно.
А когда ты бежишь так, выпучил глаза, это совершенно другое. Сейчас через тоннель пройдем. Ну его, а то там дорога оживленная. Не хочу ее перебегать. Вот. Это по GPS-у вот такая вот проблема. Что-то я еще хотел сказать. А, часы, которые я приобрел, ну, чисто для бега, попробовать. Но они у меня уже прижились. И уже так можно сказать, что второй год я бегаю. Это Garmin Venu. Я их что-то и дешево взял за 7000 рублей. Довольно-таки неплохой батарейкой. Даже в режиме пульсоксиметра, работающего только ночью, батарейка держит 4 дня. Если же пульсоксиметр отключить, она держит и неделю. Ну, короче, Apple Watch отдыхают. Зато, как она точно пишет трек, меряет все вот эти пульс, скорость. И треки пишет, я не знаю, точностью там до 5 метров. Даже в густонаселенном, ну, такие, где высокие постройки, либо лес, лесной массив. GPS же обычно в таких районах плохо работает. Очень хорошо прописывает. А сейчас я посмотрел, гармины подешевели. Еще на... Я себе на день рождения тогда их покупал. Ну, может быть, у меня скоро день рождения. Может быть, я себе куплю что-нибудь поновее, посвежее. Не знаю, посмотрим. Конечно, хотел приобрести себе новые гармины. Но, блин, там дисплей, он этот... Как же он называется? Это трансплективный. В общем, короче, такой черно-белый, как вот на старых часах японских Seiko, на Монтанах. Такие кристаллы подсвечивают. Да, там батарейка держит 40 с лишним суток. Почти полтора месяца. Блин, но иметь такие часы с не имеющей GPS-навигацией, это, блин, ну горячка. А больше чего они могут? Они больше ничего и не могут. Они не звонят, ни звонки не принимают, ни музыку не играют. Ну, может быть, и там можно там какую-то записать на флешку. Вот у меня, например, в Garmin Venu можно на флешку записать какие-то треки. И потом через наушники их прослушивать. Ну, то есть бежать на пробежку без телефона. Ну, с телефоном гораздо приятнее. По той причине, что в телефоне, например, установил приложение Runtastic, оно раньше называлось. Сейчас оно называется Adidas Running. Вот, там сообщество. У меня много подписчиков. И когда ты бежишь, там тебе поддержку, смайлики ставят там. Кто-то, можешь просмотреть там, кто как бегает. Ну, то есть... результаты там посмотреть, поучаствовать в соревнованиях виртуальных, например, забегах каких-то ежемесячных, где-то что-то проводится. Поэтому, а в сообществе ты же бегаешь, уже видишь, там некоторые товарищи что-то по 300 километров в месяц набегают. Ну, как бы могут, есть к чему стремиться, на кого соревноваться. Вот. Ладно, я уже почти пришел. Скоро уже буду на месте. Вот Варшавское шоссе уходит направо. Я пошел на Каширку. Скоро я буду на месте. Объект довольно-таки спокойный. Никого нет, все ушли. Все под сигнализацией. Единственное, конечно, я не люблю работать. Это скучная работа для меня. Я привык активно, чтобы общаться с людьми. Вот, ну, да ладно, скоро приедут ребята ивановские. Они раньше работали в этом месте. Они этот объект знают хорошо. И у них там смена организованная, так что вернусь я на старое место. А сейчас пока вот так. Всем хорошего настроения, подписывайтесь на канал. И давайте заниматься спортом. Всем пока.